Добрый день, коллеги! Сегодня мы будем рассматривать тему профилактики конфликтов. Эта тема вызывает живой интерес, и у нас есть универсальная формула решения конфликтов, состоящая из 4 компонентов. Если вы придете к нам на курс, вы узнаете, как достаточно просто найти подход ко всем пациентам и избежать всех возможных конфликтов. Приходите, мы вас ждем!